13 сентября в администрации Каспийска состоялось совещание под руководством начальника отдела Государственного земельного надзора Росреестра Республики Дагестан Марата Курбанова. Целью встречи стала информационная поддержка и налаживание взаимодействия федеральной структуры и администрации муниципалитета. Присутствующие обсудили вопросы земельного надзора и муниципального контроля. Марат Курбанов подробно рассказал о процедуре контрольно-надзорных мероприятий, деятельность которых нацелена на профилактику нарушений требований земельного законодательства. Стоит отметить, что представители администрации активно вступали в диалог и задавали все интересующие вопросы.